тепло как. Лосенок выпросил булочку, но тут налетел кряковы молодые. Странно, что лысухи их не гоняют. Мне сейчас начнет гонять. Нет. Вот, правильно. Ну. О, как правильно. О, как умеет ногами топтать. О, как будет знать, как к лосяткам подплывать. Лосуха самый страшный зверь. Знаете, утята еще молодые. Не особо боятся лосух. О, как. Даже еще грызается, надо же. Комедия. Лосухи, птенчики маленькие совсем еще. А уже конец июля. Интересно, как они успеют вырасти. Ты еще и клювом на лысуху. Удивительно, что лысуха стерпела. Ой, маленький вылез. Какие лапки. Какой красавчик. Невиданное дело. Кряквы прогоняют лысух. Обычно все бывает наоборот. О, я там кто? Тоже птенчики утиные, молоденькие. Утка какая серенькая.
Ой-о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 й-
Ути как. Ну вот, люди какие. Ох. На своих же нападают. Фу, какие. Угнали лисеночка. Лысуха тоже за ним погналась, за маленьким. Мама утка на помощь ринулась. Молодец какая. Ох, прямо даже смотреть страшно. Ай-яй-яй. Знаешь, какие злыдни. Своих же обижают. Утяток маленьких. Эти все равно не боятся. Из-под носа узлы не отбирают. А эти уже выросли, так маленьких давай обижать. Что это за безобразие? Ничего себе. Ох. Я думала, вы дружные ребятки. На тебе. Ужас. Ой, ой, ой. Ну надо же. И лысуха тут еще мешалась. Все, короче. Ох. Эта утка сама молоденькая, видно. И утятки у нее маленькие еще. Шесть утяток. Ой, андатра плывет, андатра нырнула тут же. Нет, спряталась уже. Да, она спряталась. Да. Вот так у нас прямо в городе и утки, и андатры, и лысухи. Кого только нет.
Какая прелесть. Где жандатр? Она от них подальше нырнула, от греха подальше. О, молодец, Лысуха вспомнила свои обязанности, привычки гонять всех. О, охватила Лысуха прямо у Крякова изо рта булочку. О, хоть те пока спокойно поедят. А, вот андатра. О, андатра рядом плавает. Но она подальше от них. Отплыла. О, тоже травоядная. Но булку не любит. Хотя тут такая конкуренция, какая булка. Андатре ничего не достанется. Про андатру смотрите отдельное видео. Ссылка будет в описании. О, кушает. Да что злая утка гоняет тех всех маленьких. Ух, какая злыдня. Андатра себе кушает спокойно. Андатра философ, занята своими делами. Утки близко совсем от андатра. Не, отплыла от них подальше. О, друзья, как у нас тут интересно. Где она вот плывет? Ох, не успевай, как быстро поплыла. Поплыла на середину озера. То бишь пруда, конечно. Нырнула. Утки совсем рядом. И где же она нырнула? О, на середине он плавает. Какая прелесть. Кушать себе, как хомячок водный. О. Какие вкусные водоросли. Аж глаза прикрыла. Хвост дугой. Прелесть. Далековато, правда. Ну ладно, это у меня она есть, будет в другом видео попозже. А что? Вы вся толпа убежали? Конец июля.
все цветет. Колосится. Лысухи что-то там в зарослях на кого-то лают. Кто там на них напал? Попробую посмотреть, но отсюда не видно. Что ты там лаешь? Кто на тебя напал? Не видно. Где лосятки? Что такое? Да. Занялись своей обычной едой. Здоровым питанием. Пироженка у человека кончилась. Они вернулись к здоровой, естественной пище. О, как. Ох, сильно питается. О, какие уже крылышки у тебя большие. Эти утята 17 мая вылупились. А сегодня у нас 30 июля. Вот уже превратились в молодых уточек, кряков. Ути как, но крылышки еще коротенькие, не совсем такие. Еще их тренировать надо и учиться летать теперь. Это что за растение? Какое? Красота какая. С сухой поругались. А что же андатра? Андатра ест. Сейчас попробую ее поймать в камеру. Нет, она что-то нырнула. Нет, вот поплыла, но никак не сфокусирую. Далеко поплыла. Экран маленький, неудобно ловить. Так, последняя попытка. Если не найду, значит не найду. Странно. Ну ладно, плавает она там далеко и ныряет все время. Там что-то вкусное. О, нырнула. Ну ладно, у человека булка кончилась, и все вернулись к нормальному образу жизни. А я пойду дальше. Пока-пока, утята, лысята и андатра.